Вот такими овациями в спортивной школе номер один встречали игроков «Уникса». В гости к ребятам на мастер-класс приехали Георгий Жбанов и Джален Рейнольдс. Многие из мальчишек и девчонок этих парней видели только по телевизору, но сегодня они в одной команде. Раз, два, три, баскетбол! Ну а дальше была самая интересная часть – открытая тренировка. Как говорит Георгий Жбанов, каждый из мальчишек имеет шанс стать великим игроком. Тут даже его личный пример очень показателен. Я сам начинал в таком зале, один в один на самом деле, да, в городе Полевском. Поэтому никогда изначально не ясно, кто выстрелит, кто нет. Он может сейчас хорошо играть, зазвездиться на детском уровне и перестать заниматься, улучшать себя. А кто-то самый последний, самый худший возьмет и выстрелит. Участники мастер-класса старались уловить каждую подсказку от именитых игроков. А вот Артур Чугунов даже придумал свой список. В нем то, чему он хочет научиться у старших коллег. Хладнокровие, умение играть с холодной головой и здраво оценивать ситуацию. Смотреть площадку и просчитывать на 2 шага вперед. Мероприятие прошло при поддержке Федерации баскетбола Республики Татарстан. Посмотреть за мастер-классом приехал новый президент организации Богдан Богачев. По его словам, такие встречи будут регулярными, и это только первый шаг в начале большого пути по развитию баскетбола в Татарстане. Самое главное, чтобы была доступность к залам спортивным, к массовой популяризации спорта и, соответственно, к обучению тренеров, которые находятся в республике. Но я думаю, постепенно это можно исправить еще и достичь лучше, поскольку все равно в республике наши, благодаря президенту Рустаму Нургалиевичу Миниханову, созданы хорошие условия. В общем, задача ясна. Перспектива, глядя на участников, тоже есть. Жаль, только час тренировки пролетел незаметно. Но эмоции от занятия у мальчишек точно останутся надолго. Александр Халин, Булат Абдульманов, новости НТР.